Что ты про него знаешь? Имя, фамилию, может быть, где он живет? Я не уверена, что он меня не обманул. А что он про тебя знает? Получается все. Окей, и зачем ему это все? Не знаю, больной. Может, меня вообще убьет скоро. Может быть. Ты же умная. Лиз, скажи, что бы ты сделала на моем месте? Понимаешь, все эти методы преследования, запугивания, они все строятся на реакции того, кого преследуют и запугивают. То есть, если ты не будешь давать ожидаемую реакцию, то, скорее всего, от тебя просто отстанут. То есть, мне просто не обращать внимания, да? Ну, Мариш, ну маньяк не сообщает своей жертве о том, что он на нее нападет. Может быть, этот твой молодой человек и больной, но он точно не маньяк. Он, скорее всего, обычный манипулятор, который пытается за счет твоего страха повысить свою значимость. В общем, ты пароль в аккаунте поменяй.